Двое заключенных сбежали сегодня днем из СИЗО в Карагандинской области. Об этом сообщает Тенгриньюс со ссылка на руководителя следственного изолятора. Мужчины осуждены за грабеж. Им удалось снять металлическую решетку с окна одного из служебных помещений, где они занимались хозработами. Заключенные пролезли в оконный проем, а вот оказавшиеся на территории изолятора перелезли через ограждение. Сейчас беглецов разыскивают. Руководство департамента КУИС области назначена служебная проверка.